Сюжеты футболистской карьеры полностью вымышлены. Всякое сходство с реальными событиями является абсолютно случайным. Всем привет, друзья, с вами Андрей. Это канал «Футбол – это жизнь», и это продолжение нашей карьеры за игрока. Сегодня у нас последний остается выпуск именно, я так понимаю, в карьере за Челси, потому что, я не вижу больше смысла возвращаться к этому клубу. Максимум я могу вернуться в лигу, и это только, наверное, в Манчестер Юнайтед, потому что мне в английской премьер-лиге ближе, наверное, только именно этот клуб. Туда бы я мог бы перейти, так сказать, позавершать карьеру. Сегодня у нас в выпуске, давайте сразу же глянем, какие будут матчи. Ньюкасл, Вулверхэмптон, четвертьфинал Лиги Чемпионов с Барселоной, так что не получится у нас три сезона подряд встретиться с ними в финале Лиги Чемпионов. Потом, такие, кстати, серьезные здесь команды, Эвертон и Арсенал. Финал Кубка, полуфинал Кубка Англии против Саутгемптона. Где-то здесь, наверное, нам поставят еще и финал, если мы туда пройдем, будет там Ливерпуль либо Арсенал. Ну и также полуфинал Лиги Чемпионов, если мы пройдем Барсу, и финал. В общем, такие пока что дела. На данный момент статистика у нас вот такая. На 5 мячей мы опережаем Марсиале. По голевым на 4 мы отстаем от Сане. Ну и давайте еще глянем. Кстати, вот в Кубке Англии я на 2 мяча опережаю Пепе, который, кстати, еще участвует в Кубке Англии. Но по голевым здесь, кстати, и по голевым здесь тоже неплохо. Можно поотдавать еще и голевые постараться. В Кубке Карабао здесь, да, Марсиаль больше. Ну и, кстати, смотрите, я неплохо и тут, и там. У меня 5 плюс 3 за 6 матчей в Кубке Карабао. Ну и Лиги Чемпионов у меня 12 забитых мячей. Вообще неплохие результаты, конечно. Мы играли против Ньюкасла совсем недавно, это было в прошлом выпуске. Мы играли с ними в Кубке Англии, да, в четвертьфинале, и выиграли их 4-0, я дал 2 голевые и забил дубль. Вот, посмотрим, как мы в АПЛ с ними сыграем. Очень мне нравится их эта дополнительная форма. Ясно, на стадионе, поехали. Итак, показывает нас, кого бы, кроме нас, действительно показывать в этом матче. Все-таки я близок, если сегодня забью хотя бы один гол, будет у меня уже 30-й гол в английской премьер-лиге. И сегодня мы также, завершаем все-таки уже очередной сезон. Сегодня так, концовочка. Я уже не помню, какого, 7-го, наверное, уже сезона. И если мы сегодня забьем за выпуск 8 мячей в английской премьер-лиге, я установлю новый для себя рекорд по забитым голам в действующих, так сказать, чемпионатах. Максимум я забивал 37 в Ла Лиге за мадридский Реал и за мадридский Атлетико. Итак, Челси, Ньюкасл, АПЛ, поехали. И какой удар, это что вообще такое сейчас было? Хоть кто-нибудь. Фабиан, отлично, 1-1, хотя бы сравняли. Ой, а это штрафной, и вот этот я могу сейчас, кстати, забить. Так, главное сейчас спокойно. И я забиваю, отлично, 84-я минута со штрафного забиваю. Какой классный гол, а. Наконец-то. Не зря я все-таки там вроде даже с первого сезона за Штутгарт тренировал штрафные. Наконец-то это у меня получилось. Минимальная победа Челси над Ньюкаслом. Хороший штрафной мы забили. Надеюсь, будем игроком и матча. Потому что мы сегодня действительно и боролись. 9-1, да, оценка. Надеюсь. Да, лучший игрок матча. Один лайк и 3 таких вот предупреждения нам за матч. Манчестер Юнайтед, кстати, вот проигрывает даже Саутгемптон у себя дома. Почитаем в новостях, кто там еще неизвестно, да, звание игрока месяца в марте. Я, Тирни, Вальехо, Сане. Сане, наверное, может только со мной здесь поконкурировать. Я вообще не понимаю, за что мне уже третий месяц подряд, а даже там, может, четвертый-пятый я попадаю уже в кандидатов. И два раза подряд я завоевал все-таки это звание. Вот. Но сейчас у нас игра против Вулверхэмптона. Через пару дней у нас игра с Барселоной. Здесь 2 дня выходных, так что... Наверное, все-таки минут 60-65 максимум смогу отыграть этот матч. И буду готовиться к матчу с Барселоной, потому что сейчас даже после Ньюкасла у меня сил не так уж и много. Может быть, вообще только первый тайм отыграю. Стэмфорд Бридж, поехали. Итак, Стэмфорд Бридж, тоже интересный действительно сегодня матч. Сегодня показательный, так сказать, матч. Перед матчем в четвертьфинале Лиги Чемпионов против Барселоны. Снова мы встречаемся, прям как на групповом этапе. Но везет мне, не знаю почему, в моей карьере везет попадаться на Барселону. Не исключаю того, что мы можем перейти еще и в Барселону. Но я все-таки верю, что в ПСЖ, либо какой-нибудь другой французский клуб нам предложит. Челси, Вулверхэмптон, АПЛ, поехали. Добей. Ромеро добивает. Хотя бы мы забили, друзья. Вот практически как с матчем с Ньюкаслом было.
Ну, это пенальти, и зарабатывает его снова Дембеле, кстати. Как и в прошлом матче, там, когда он тоже играл на Стэмфорд Бридж против Манчестер Юнайтед, он вроде тоже он заработал. Ну и он у нас, естественно, будет пробивать, да. Так что Паненко. Да хотя мы можем и за него-то что, мы можем и мощным ударом в правую девятку просто всадить сейчас. Да, просто всадили и все. 2-0. Выиграем мы Вулверхэмптон у себя дома. И все, друзья, уверенная победа Челси над Вулверхэмптоном. Со счетом 2-0 матч заканчивается. Попросили мы замену после первого тайма. Оценка сейчас у нас 6,7. 250 завершенных матчей мне написали. Ну и лучше, естественно, Кристиано Ромеро, который и забил первый гол. Ну а там уже Дембеле с пенальти. Итак, у нас давайте проведем тренировку. Здесь ничего пока что сильно прокачаться да и не может. Ну что же, матч у нас первый на Камп Ноу. Мы выиграли вроде со счетом 1-0. Если я ничего не путаю, на групповом этапе. Даже можем сейчас зайти и посмотреть. И мне также интересно освежить в памяти, против кого играла Барселона в 1-8. Они вынесли Интер со счетом 2-1. Вот. Так, мы, да, минимально 1-0 на Камп Ноу вынесли Барселону. Так что посмотрим, как сегодня сыграем. Может быть, даже Барселона и не дойдет до финала. Может быть, и мы не дойдем. Кстати, у нас полный стамин, это вообще замечательно. Ясно на стадионе. Поехали. Итак, разминаются игроки Барселоны. Барселона нам предлагала перейти в зимнее трансферное окно к ним, но я пока что не готов переходить, снова возвращаться в Испанию. Я пока что жду предложения из французской лиги. Если оттуда не поступит вообще, то буду уходить в те клубы, которые уже вынуждены буду уходить туда, как это было, к примеру, с Челси. Мог же и в Манчестер Юнайтед перейти, но вот Челси хотя бы в Лиге Чемпионов участвовал. А вот Манчестер участвует в Лиге Европы. Но могли мы, кстати, за Манчестера поиграть. Выиграли бы Лигу Европы. И все силы бы бросали бы только, наверное, в чемпионат. И Дембеле. Нет. Нет, ну спокойно. И они забивают на последних минутах. 1-0. Барселона впереди на 92-й минуте. Она забивает. Просто из-за какой-то тупой ошибки сейчас защитника. Завершается матч. Минимальное поражение от Барселоны в первом же матче четвертьфинала, но будем надеяться, что на Стэмфорд-Бридж у нас все получится. Ну что же, сейчас у нас домашний матч с Эвертоном. В 2 очка мы отстаем до Манчестер-Сити, но у нас матч в запасе, как я еще раз повторяюсь. Поэтому победа сегодня над Эвертоном, и мы в 1 очко будем лидировать над Манчестер-Сити. Стэмфорд-Бридж, пасмурно, поехали. Ну что же, замечательный наш домашний стадион. Я надеюсь, на нем нам получится еще и обыграть Барселону. Как минимум, надо нам выигрывать их со счетом 2-0. Как минимум. Если они нам забьют, придется забивать уже 3. Так что это будет очень опасно, сыграть на 0 против них. Но сейчас у нас матч против Эвертона. Я надеюсь, у нас получится до конца сезона забить еще 8 мячей. Челси, Эвертон, АПЛ. Поехали. Бум! Я надеюсь, на меня этот гол... Это не на меня даже гол сейчас записали. Представляете, это автогол. Это автогол, хотя, ну, очень было сейчас замечательно. Добить в пустые ворота, ладно. Хотя бы повели, но это не гол. Это не наш гол, друзья. Можно даже раскипать. Это Эркюага забивает свои ворота. Ну и пропускает. Пропускает все-таки Челси. А Аудера вот такой вот... Слабенький даже удар. Буквально сразу, как меня заменили, ни одного сейчас даже владения мячом процента не было. Чтобы я повладел за Челси сразу же, меня бросили сейчас защищаться. Ну и эту оборону мою-то вскрыли. И Кейта забивает. Отлично. 85-я минута. Это 2-1. Получилось у нас снова выйти вперед. Слава богу, не проиграли. 3-2. Это просто было невероятно. Я ушел на замену, был счет 1-0, мы выигрывали. Сел на скамейку и 4 мяча забили в матче после меня. Но это просто как вообще возможно? 6,3 у меня оценка. Жогомес 8,3. Лучший игрок матча. Проводим тренировку после матча с Эвертоном. Прокачаться здесь ничего у нас, к сожалению, не получится. Ну что ж, друзья, нам остается побеждать со счетом 2-0. Если пропустим, придется забивать уже 3 мяча. Но если мы даже пропустим, то матч уже такой действительно был. Мы побеждали во
получается, в шестом туре, да, группового этапа Лиги Чемпионов с Челси, в шестом туре, да, 3-1 победили Барселону, 3-1. Даже такой счет нас будет действительно устраивать, даже если мы пропустим, нам придется забивать 3. Это мы обыгрывали так Барселону, ничем не изменилось здесь Барса. Вроде игроков у них новых и нет. У нас есть Фабиан, у нас есть Варан, которого, кстати, теперь поставили в центр обороны. Бастасас лево. Вообще не понимаю эти перестановки, ну да ладно. У меня полная стамина, я готов. Поехали. Ну что же, показывают сейчас меня как лучшего бомбардира на данный момент в Лиге Чемпионов. Я вроде уже, ну, третий сезон показываю такой уровень в этом Еврокубке. Поэтому я надеюсь, что сейчас у нас получится обыграть Барселону. Хоть они нас минимально и обыграли у себя дома в первом матче четвертьфинала. Но посмотрим. Челси-Барселона, ответный матч четвертьфинала Лиги Чемпионов. Поехали. Проходим, проходим. Получается, получается. Мы уже в штрафной даже. Опа, ну это пенальти. Это пенальти. Я, кстати, не забивал пенальти Барселоне. Это был финал Лиги Чемпионов за Атлетико как раз. Посмотрим, как сейчас у нас получится или нет. Паненко в левый верхний угол. Либо давайте просто забью сейчас в левый верхний угол. Мощный удар. Нет, Паненко. Паненко моя именно залетает. Именно Паненко, а. Еще и развел именно Терштегена. Отлично. 1-0. Не в финале Лиги Чемпионов, так просто в четвертьфинале, чтобы сравнять счет. У нас получается забить Паненкой ворота Барселоны. Пулисик замечательно меня отдает. И мы забиваем это 2-1. Забиваю я дубль в четвертьфинале Лиги Чемпионов ворота Барселоны. Замечательно. На Стэмфорд-Бридж Барселона уезжает только с двумя пропущенными всегда от меня мячами. Отлично. Как и на группе было, я им забил 2. Ну и сейчас. Очень хорошо прям здесь получилось это разыграть. Здесь замечательно прошел и все. 14-й гол. Сейчас именно мы выходим, кстати, в четвертьфинал. Ну забить бы еще бы один для уверенности, если на всякий случай, если вдруг мы пропустим. Но замечательно. Друзья, мы в полуфинале Лиги Чемпионов, мы прошли Барселону. Барселона нам вообще практически не соперник. За Атлетико мы обыграли в финале, за Боруссию тоже в финале обыграли. Ну еще и здесь замечательно у нас получилось их обыграть и на группе дважды, и в четвертьфинале один раз. Ну замечательно. Мы проходим дальше. Замечательно у меня реализация пенальти была. Так что плюс еще 2 мяча у меня в Лиге Чемпионов. 14 забитых мячей уже. Ну и мне интересно, кто будет нашим возможным соперником в полуфинале уже Лиги Чемпионов. Ну и, кстати, все уже известны. Бавария, Атлетико Мадрид и Монако. Монако, просто вы посмотрите, что они творят. Может, мне действительно надо в ПСЖ либо в Монако, потому что ПСЖ-то вылетели как раз. Так что мне уже интересно попасться даже на Монако. Потому что против Баварии я играл в Лиге Чемпионов, а против Атлетика тоже. Тем более это мой бывший клуб. Но я бы на Монако бы попался, потому что я вроде только с ПСЖ играл из французских клубов. Но надеюсь на Монако попасть. Так, изменения в расписании. Значит, уже жеребьевка прошла, я так понимаю. Но мы сейчас доведем до матча с Арсеналом. Вот. Ну и глянем. Мы играем все равно против Атлетика. Против Атлетика играем 2 полуфинала. Ну что же, значит, такова у нас судьба. Мы и за Боруссию выбили Атлетика, получается, там в четвертьфинале вроде. Ну и теперь еще и в полуфинале нам придется сейчас выбить Атлетика. Это будет обидно. Это обидно для них. Мне никакие предложения вот не приходят, к сожалению. Так что, ну сейчас у нас лондонское дерби, матч против Арсенала. Все так же у нас отставание в 2 очка до Манчестер Сити, ну и матч в запасе, как вы понимаете. Давайте отыграем в черной форме. Арсенал пусть в своей домашней красной. Облачно на стадионе Эмирейтс. Поехали. Ну что же, разминаются игроки Арсенала. На самом деле вообще ни одного из них здесь, я не понимаю, кто это. Может, это Миши Батшуайи? Не знаю. Ну а здесь все-таки мы, Гомес, я, Варан. Ну, я так понимаю, должен быть там Фабиан, либо Артур. Но не показали. Замечательный стадион в Лондоне. Арсенал против Челси. Мы готовы к сегодняшнему матчу. Нам ни в коем случае нельзя проигрывать, потому что у нас минимальное и так отставание до Манчестер Сити. Так что ни в коем случае. Ну забей! Как мы сейчас быстро забили-то, а? Тем более не какому-то клубу, да это Арсеналу, отлично. Как сейчас замечательно все получилось, а? 1-0, мы выходим вперед. Это мой 31-й гол, я так понимаю, но очень хороший здесь заброс от Пулисика получился.
И мы забиваем дубль. Сразу же вышли мы с перерыва, и все. Отлично. Наш дубль. 32-й гол. Осталось, друзья, 5 мячей, чтобы повторить. 6, чтобы поставить новый рекорд. Отлично. Забиваем дубль в ворота Арсенала. Может быть, и на хэт-трик потянем. Левой ногой, кстати, я забил в ближний угол сейчас. Отлично. Ну, еще и Дембеле ставит точку. 87-я минута. Замечательно здесь прям раскидал оборону. Ну и забил свой очередной гол, выйдя на замену. Разгромная победа Челси над Арсеналом со счетом 3-0. Наш дубль сегодня нам практически приносит победу. Дембеле, выйдя на замену, тоже забил. 9,2 у меня оценка. Лучший игрок матча я. А Сити, кстати, теряет очки в матче с Бристолем. Они сыграли ничего 1-1. Вообще замечательно. Так что сейчас у нас может быть преимущество, получается, в 4 даже очка. Да, на данный момент... Нет, в 3. В 3, извиняюсь, не в 4. На данный момент мы сравнялись, но у нас-то еще и матч в запасе. Не будем про это забывать. Можем сейчас прокачать, кстати, отбор. Его мы и качаем. 55 у нас уже отбор с вами. Ну и переходим уже к следующему матчу. У нас здесь матч против Борнмута. Ну что ж, давайте отыграем в гостевой нашей белой. Ну а Борнмут в своей домашней. Итак, Vitality Stadium, облачно, поехали. Ну что же, сейчас мы сравнялись с Манчестер Сити по очкам, но у нас матч в запасе. Они потеряли очки в матче с Бристолем, сыграв с ними в ничью 1-1. Ну и теперь мы должны обязательно набирать очки в сегодняшнем матче, чтобы на 3 очка уже опережать Манчестер Сити. Борнмут, Челси, АПЛ, поехали. Хадсон Адой, замечательно, замечательно движется. И я забиваю, отлично. Спасибо большое, Хадсон Адой. Ну что же, я уже даже сбился с счета, какой это мой гол, но потихоньку мы движемся к нашей задаче, забить 38. И все, друзья, минимальная победа Челси над Борнмутом, благодаря моему единственному забитому мячу, 33-й гол за Челси в английской премьер-лиге. 7,2 у меня оценка, лучшим игроком становится Хадсон Адой, 7,9. Ну что ж, сейчас у нас игра на Уэмбли, я так понимаю, уже раз полуфинал Кубка Англии против Саутгемптона. Нам повезло на самом деле, соперника мог попасть либо Арсенал, либо Ливерпуль. Ну посмотрим, играем на Уэмбли, пасмурно, у нас не полная стамина, отыграем, наверное, только первый тайм, потому что у нас дальше еще полуфинал Лиги Чемпионов против Атлетика. Поехали. Ну что же, стоят тут, общаются игроки Саутгемптона, но действительно они очень далеко зашли в этом турнире, дошли аж до полуфинала Кубка Англии. Мы-то намерены действительно брать этот турнир, потому что нашим соперником в финале, возможно, будет либо Ливерпуль, либо Арсенал. Поэтому я надеюсь, особых проблем нам не будет. Заберем очередной титул в Англии. Кубок Карабао уже мы забрали, поэтому и теперь Кубок Англии стоит забрать. Саутгемптон, Челси, Уэмбли, полуфинал Кубка Англии. Поехали. Ну а мой-то удар все-таки этот залетает. Отлично. 20-я минута. Челси выходит вперед. Я сказал, что не буду весь матч отыгрывать. Где-нибудь, наверное, только первый тайм. Потому что дальше игра с Атлетико. Но вот, результат я делаю еще и в первом тайме. Получается, у нас здесь замечательно, во-первых, ушел от подката. Пробросил мяч для себя дальше. Ну и забиваю. 10-й. Нет, 8-й. Я уже подумал, там у меня 9 было мячей. Ладно. 8-й гол в Кубке Англии. И все, друзья, минимальная победа Челси над Саутгемптоном в полуфинале Кубка Англии. Мы проходим дальше. Благодаря моему единственному забитому мячу. Я еще и лучший игрок матча. Дальше, кстати, проходит Ливерпуль. Мы с ними сыграем в финале. Но это было немного даже очевидно. Ну что же, у нас выездная игра против Атлетико Мадрид. Давайте мы сейчас посмотрим, как они прошли вообще до полуфинала. В четвертьфинале они разгромили Тоттенхэм со счетом 6-0 в общей сумме. И в 1-8, 3-2 обыграли Наполи. Ну и на группе мы сейчас тоже глянем, как они отыграли. Заняли первую строчку в группе с Лейпцигом. То есть мы и Лейпциг выбили, и Атлетик сейчас постараемся выбить, конечно. Ну посмотрим. Ну что же, выездная игра. Играем на Ванда Метрополитана. Давайте сыграем в черный. И они пусть свои домашние. Ван Дай, кстати, капитан команды Атлетика теперь. Стадион Ванда Метрополитана. Ясно на стадионе. Поехали. Ну что же, общаются здесь игроки Атлетика. Но я здесь только Ван Дайка узнаю, больше никого.
Ну вот я, Кейта, Артур и Варан готовы сегодня разрывать Атлетик, тем более мы играем на выезде, снова первый матч надо забивать нам наконец-то первыми. Жо Феликс до сих пор в клубе, Лемар здесь вижу. Ну что же, облак на воротах до сих пор. Жо Феликс. Ну и забивает Жо Феликс. Атлетика выходит вперед 1-0. Артур. Замечательно. И мы забиваем. И это 1-1. Мы забиваем ворота Атлетика, поэтому праздновать я, естественно, не буду. Но мы забили, друзья, в гостях. Это просто замечательно. Вот так вот. Жо Феликс и я пока что забиваем в сегодняшнем матче. Хотя раньше были очень хорошей связкой. Еще и в компании Сауля, который сейчас в... Я не помню даже, где он сейчас играет. Мы недавно с ним виделись. На каком-то матче, значит, он в АПЛ где-то играет. И мы забиваем ворота Атлетика. Два мяча. Отлично. Снова мы не празднуем, естественно. Ворота Атлетика. 61-я минута. 2-1. Мы сделали волевую сейчас победу. Такую камбэк волевой. Отлично. Мой дубль приносит пока что выездную победу для Челси. Два мяча забили мы на выезде. Вообще замечательно. Супер. И все, друзья, минимальная победа Челси над Атлетико на выезде. Мы забили два выездных гола. Дубль в сегодняшнем матче, прям как против Барселоны. Правда, против Барса мы забили еще и на нашем стадионе. Но посмотрим, как мы отыграем еще и ответный матч. Травма на тренировке. Бен Чилл на 3 месяца вылетает. Теперь вообще непонятно, кто будет играть. Там вместо него Куфре какой-то уже. Сразу же его выставляют. Ну что же, у нас сейчас лидерство над Манчестер Сити все-таки оно есть. На 3 очка. Посмотрим в апреле, кто там кандидат на звание игрока месяца. Меня тут даже нет, поэтому и не интересно смотреть. Йович, Жезус, Фабиньо и еще какой-то игрок из Арсенала. Это у нас Валеха, но он и был лучшим игроком прошлого месяца. Ну что же, у нас домашняя игра против Саутгемптона. Недавно мы с ними как раз вот и играли в матче полуфинала Кубка Англии. Выиграли их. Ну что ж, Стэмфорд Бридж, облачно, поехали. Ну что же, разминаются игроки. Челси показывают меня как лучшего бомбардира АПЛ. И вот так вот вперед Маунта-то запускают, бывшего нашего игрока. И он забивает. И он забивает парашютиком. Ну вот так вот капитан Мейсон Маунт забивает своей бывшей команде, еще и празднует. И Пулисик, отлично, голевая передача моя. Очень давно, кстати, не отдавал голевые в АПЛ. И вот мы забиваем ворота Саутгемптона к перерыву. Отлично. 1-1 перед самым перерывом. Удалось сравнять. И отлично, мы забиваем все-таки. Гол плюс голевая за матч. Я даже прямо сейчас попрошу заменить нас. Все-таки результат мы уже сделали. И перед матчем с Атлетико Мадрид должны быть готовы. Ну отлично. Снова мы камбэкнули. И все, друзья, минимальная победа Челси над Саутгемптоном. Гол плюс голевая за сегодняшний матч у меня. Не знаю, какую оценку я получу. 8,7. Лучшим игроком матча становится я. Все замечательно. Проводим тренировку, можем прокачать длинный пас. Но не в этот раз. Ну что же, у нас ответная игра в полуфинале Лиги Чемпионов против Атлетико Мадрид. Играем теперь дома на Стэмфорд Бридж. Давайте так вот отыграем в таких формах. Ясно, на стадионе. Поехали. Итак, друзья, последний наш матч на Стэмфорд Бридж. Скорее всего, ну именно в футболке Челси, наверное, так будем правильно говорить, потому что я не собираюсь оставаться в Челси по любому исходу матча, по любому исходу сезона. Так что у нас шаг до финала Лиги Чемпионов, это во-первых. Челси против Атлетика, мы обыграли их на выезде. Ну и сейчас домашняя игра, Челси против Атлетика Мадрид, полуфинал Лиги Чемпионов ответный, поехали. И я забиваю третий мяч в ворота Атлетико Мадрид. Не праздную ни один гол, забитый командам, за который я играл. Замечательно. Замечательно все. Отличный гол у нас получился. 3 мяча я забил в ворота Атлетико, и мы действительно уже в финале. Надо забивать сейчас, получается, 2 мяча. 17 голов, кстати, новый рекорд турнира. Благодарю. Благодарю.
и забивает Кейта. Без моего сейчас участия эта атака прошла замечательно. 74-я минута, 4-1 мы побеждаем. Все супер. Замечательный момент. И даже сейчас я забиваю ворота Атлетико Мадрида. Какой замечательный сейчас удар. А дубль забиваю и на Стэнфорд Бридж, и на Ванда Метрополитана. Просто замечательно. Суперский гол. Вот сейчас хорошо здесь прям отыграл. И за штрафной я пробил. Да, это очередной гол у меня еще и за штрафной. Все замечательно. 18-й гол у меня. И это новый рекорд турнира, да. Все замечательно. И все, друзья, со счетом 5-1 в общей сумме 3-0 в сегодняшнем матче, дубль мы сегодня забиваем, мы выходим в финал Лиги Чемпионов. Третий сезон подряд я выхожу в финал Лиги Чемпионов, пока что 2 победы из 2. Замечательно, сейчас мы узнаем, с кем мы еще будем играть в финале. Ну а в финале мы, кстати, сыграем против Баварии, вот так вот. Монако, к сожалению, не получилось у них пройти, ну хотя они дома сыграли 1-1, но проиграли в Германии со счетом 2-1. Тоже интересный, конечно, соперник. Против Баварии мы играли в составе Атлетико Мадрида против Баварии. Ну и в прошлый сезон мы тоже отобрали у Баварии чемпионство, Кубок Германии, ну и еще и Суперкубок Германии этого сезона. Ух-ух-ух, тут Манчестер Сити, что ли, потеряли очки. Скорее всего, они... Сейчас мы глянем, потому что уже сейчас отставание в 5 очков, значит, они опять с кем-то сыграли в ничью. Сейчас мы это глянем. Мы вот выиграли Саутгемптон, а Манчестер Сити сыграли в ничью с Тоттенхэмом, друзья. Поэтому сейчас мы на 5 очков уже опережаем Манчестер Сити. Все замечательно. Все замечательно действительно у нас. Ну и сейчас 34 забитых мяча у меня. На 9 я опережаю Жезуса. Вряд ли он уже здесь за сколько, получается, за 3 матча. У нас 3 матча остается. Он меня обгонит. Друзья, 3 остается матча. Давайте глянем, какие. Брайтон, Кристал Пэлас и Норвич. Брайтон, Кристал Пэлас и Норвич. Мне надо забить каждой команде по мячу хотя бы. И тогда я повторю рекорд. Но надо забить какой-то дубль, получается, чтобы поставить новые 4 мяча. 4 мяча мне нужно забить за 3 тура. Надеюсь, у нас получится. Стэнфорд Бридж, ясно, на стадионе. Поехали. Итак, наш домашний стадион. Мы теперь уже играем в финале Кубка Англии, в финале Лиги Чемпионов. И еще боремся за чемпионство в Англии. То есть мы сейчас, друзья, стремимся ко второму треблу, друзья, в нашей именно карьере. Челси ни разу в своей истории не выигрывали требл. Манчестер Юнайтед выигрывал. Мы в прошлом сезоне, ну, это именно у нас в карьере. В прошлом сезоне мы выиграли за Боруссию требл. Ну и теперь можем сделать требл еще и в английской премьер-лиге. Это уже действительно. Многие считают, что английская премьер-лига — это самая трудная и конкурируемая лига мира. Ну что же, Челси против Брайтона, АПЛ, поехали. У нас личные еще счеты, конечно. Нам надо забить 4 мяча в 3 последних турах. И это 1-0. 3:30 голов мы забили слабой ногой. И мы получаем ачивку. Нам дали, наверное, звезду для слабой ноги. Но это не сильно важно. Нам осталось забить 3 мяча, друзья. 3 мяча, чтобы установить новый рекорд. Сейчас у нас 35-й гол в английской премьер-лиге. Вот здесь очень замечательно. И левой ногой мы забили в нижний угол. Ой, как замечательно. Ой, как замечательно. Я забиваю дубль левой ногой, друзья. Дубль. Мне осталось 2 мяча, друзья, чтобы установить рекорд. 2 мяча в 2 оставшихся матчах. Может быть, сейчас у меня еще получится хэт-трик забить. Вообще будет шикарно все. Фух, выдохнули, выдохнули, друзья. Вот сейчас хорошо получилось мне еще и левой забить. 31-й мой гол слабой ногой получается. И я забиваю хэт-трик, друзья. Я забиваю хэт-трик, и я повторяю рекорд, друзья. Я повторил рекорд, который я поставил в сезоне, получается, 2 сезона назад. В испанском чемпионате я забил 37 мячей, ну, в действующем чемпионате. Но я забил за 2 команды, за Реал и за Атлетико. Так что я ставлю для себя еще и новый рекорд. У меня был он в прошлом сезоне, 36 забитых мячей за одну команду в чемпионате было за Боруссию Дортмунд. Теперь у меня 37 забитых мячей в чемпионате, ну и теперь уже за Челси. Один мяч, и я устанавливаю новый рекорд. 38 тогда уже будет забитых мячей за один сезон. Разгромная победа Челси над Брайтоном со счетом 3-0. Я забиваю хэт-трик и повторяю рекорд, который я поставил 2 сезона назад в чемпионате, забить 37 мячей. Мне осталось забить 1, и я ставлю новый рекорд. 9,6 оценка, кстати, не 10,0, потому что там как-то начало, наверное, матча неубедительно провел. Ну что ж, проводим тренировку. Длинный пас.
мы можем прокачать, но мы все так же его не можем еще прокачать из-за того, что плохо тренируем навесы. И уже 7, друзья, очков. 7 очков до Манчестер Сити. Я так понимаю, они там проиграли Манчестер Юнайтеду или сыграли в ничью. Сейчас мы глянем. Снова они играют в ничью. 2 ничьих и все. Мы сейчас безоговорочно уже чемпионы, я так понимаю. Хотя... Так. Ну, вроде как это еще неизвестно, да? Ну, хотя я не знаю, почему еще неизвестно. 7 очков у нас лидерство над Манчестер Сити. Если они даже выиграют 2 матча, мы становимся чемпионами. Почему никто об этом ничего не говорит? Мы стали, друзья, с вами чемпионами Англии, буквально в этом матче, забив 3 мяча. Это вообще замечательно. Так что получается, сегодня, если мы в любом случае, будет у нас матч, ну, даже награждение на домашнем стадионе против Кристал Пэласа. Если забью, будет у меня 38-й мяч. Это, во-первых, поставлю для себя новый рекорд. Вот. Так что будет вообще все замечательно. Играем мы дома снова, причем. Так что сегодня болельщики должны заполнить Стэмфорд Бридж. Сегодня мы будем праздновать победу в английской премьер-лиге. Стэмфорд Бридж, ясно, на стадионе. Поехали. Итак, друзья, мы на домашнем нашем стадионе, Стэмфорд Бридж. Мы играем сегодня против последней, если я не ошибаюсь, команды лиги. Кристал Пэлас будут вылетать после этого сезона. Ну, а сегодня, как видите, аншлаг на стадионе. Сегодня будет вручение кубка обладателя чемпионата Англии. Сегодня мы поднимем этот трофей. Ну и мне осталось за 2 матча забить буквально 1 гол. И я установлю для себя новый рекорд по забитым голам в чемпионате. А сейчас у нас матч Челси Кристал Пэлас, АПЛ. Поехали. И вот опасный момент. И сейчас 1-0. Мы выходим вперед. Это мой 38-й гол в английской премьер-лиге. Я ставлю новый рекорд, друзья. Замечательно. В моей карьере в прошлом сезоне мне не получилось. Даже одного мяча не хватило, чтобы поставить рекорд. Ну, точнее, повторить его. В составе Боруссии я забил 36 мячей. В составе Атлетика 37. И вот теперь 38 я забиваю мячей. Отлично. 38-й гол премьер-лиги. Хадсон Адой с мячом. Отлично, он прям постоял, подождал, когда я добегу. Ну, Гравис потащил. И забивает Пулишич. Отлично, 2-0 на 38-й минуте. Получилось прям так затолкать уже этот мяч. И Артур делает счет еще и 3-0. На 95-й минуте мы делаем разгром. Чемпионский гол забивает именно Артур. Можно так сказать, золотой. Потому что, ну, сейчас именно перед вручением все это будет. Опять вот эти лаги какие-то сейчас идут, подвисания. Ну да ладно. Болельщики Челси, возрадуйтесь. Мы стали чемпионами Англии. Впервые в нашей карьере мы стали чемпионами Англии. Я открыл счет в этом матче. Потом Пулишич и Артур установил последний этот результат. Конечный счет. 3-0 мы обыгрываем Кристал Пэлас, которые уже вылетают из премьер-лиги. Ну а мы становимся обладателями чемпионата Англии. Впервые в нашей карьере мы становимся обладателями чемпионата Англии. И, ну, на данный момент мы продолжаем устанавливать этот рекорд. Мы 3 года подряд становимся чемпионами. В любой команде, в которой мы бы не играли за последние 3 года, мы становимся. Я себя заменил. Поэтому где-то вон там, я увидел себя слева, стою, где вот сейчас Фабиан, там слева, вот моя повязка, естественно, видно по повязке, на правой руке моей синей, сзади Маккейни стою, ну и Артур, естественно, поднимает трофей. Челси становится обладателями чемпионата Англии. В составе Манчестер Сити мы заняли 5-ю строчку, напомню, а вот с Челси у нас получилось выиграть, и все замечательно, друзья. Действительно, выдающийся результат показали мы. Не зря нас подписал Роман Абрамович. Все-таки, небольшие связи все-таки подействовали из-за того, что есть некоторые знакомые в руководстве команды. Поэтому я, наверное, все-таки перешел. Но теперь осталось выиграть еще и Кубок Англии. Последний матч остался финальный. И Лигу Чемпионов тоже финал против Баварии. Ну а Кубок Англии в финале мы встретимся против Ливерпуля.
Это очень приятно на Стэмфорд-Бридж еще, тем более поднимать трофей. В родных стенах мы все-таки сегодня чемпионский матч провели. Так, и ищем меня теперь. Меня ищем. Ну, я прям по центру, кстати, стою в обнимку с Пулишичем и Фабианом. Выше Варана вот здесь. Вообще замечательно. Ну и все. Я очень рад, что Фабиан, во-первых, перешел в Челси зимой. Но Пулишич лучший игрок матча. Манчестер Сити даже хоть и обыграл Ливерпуль, но это им не сильно поможет, потому что у нас очень хороший сейчас лидер со 7 очков даже. Вот. Ну и последняя игра сейчас будет, кстати, против Норвича. 107 очков у нас, кстати. Манчестер Сити набрал 100. Так что единственные две команды, которые наберут больше 100 очков в этом сезоне, это вот Сити и Челси. Сейчас мы можем еще и 110 сделать. Но по голам мы можем сделать 40-й гол сегодня, если забьем дубль. Но на 10 мячей мы опережаем Джезуса из Манчестер Сити. Проводим выездную игру. Давайте отыграем в черный. Вот футболка только не поменялась. Дождь на стадионе Carrow Road. Поехали. Итак, показывает меня сейчас, вряд ли уже кто-то меня догонит, так что я, получается, еще и третий сезон подряд становлюсь лучшим бомбардиром в лигах, в которых я играл. Это именно началось все с ухода из Манчестер Сити в испанский чемпионат. В Испании я стал впервые лучшим бомбардиром, потом в Германии. И теперь вернулся в Англию спустя два сезона и показываю замечательный результат. 38 забитых мячей я устанавливаю для себя лично новый рекорд. И Фабиан забивает, это мой голевой пас сейчас, ну отлично. Не гол, так хоть голевую отдам напоследок, так сказать, в лиге еще. И все, друзья, минимальная победа Челси над Норвичем в последнем туре, отдали мы голевую. Ну и все, заканчиваем на этом, именно наше похождение в чемпионате Англии. Вот, два трофея мы выиграли уже за Челси, Манчестер Сити обыграет Вест Хэм, у них получается 107 очков. Нет, или сколько там? Даже сейчас не вспомню. 103, скорее всего, у них очков, у нас 110. Вот. Так, длинный пас, ощущение в защите сейчас может прокачаться, но ничего из этого, естественно, не прокачивается. Совсем скоро у нас уже игра против Ливерпуля в финале Кубка Англии. И нас вызывают в состав сборной России отлично на чемпионат мира. Уже, скорее всего. Но я не буду смотреть, ради интереса оставим, конечно, это все. Нас вызывают на чемпионат мира, так что сегодня вы увидите это даже. Поэтому, ну, пока что пусть мы уж сыграем. Давайте посмотрим, что тут по статистике в Кубке Англии. Ну да, 8 мячей у нас. Так что будем, наверное, лучшими игроками турнира. Итак, мы будем в синей, а не в белой. Ясно, на стадионе Уэмбли. Поехали. Ну что ж, друзья, разминаются игроки сегодня Челси. Вот стоим мы, Варан, Фабиан, Гомес и я. Готовимся. И готовимся действительно к тому, чтобы завоевать последний трофей в Англии. Потому что, ну, для меня чисто действительно последний трофей в Англии. Это Кубок Англии остался. Диди Драгба сегодня перформанс от болельщиков Челси. И останется у нас еще один турнир последний именно для английского клуба. И в английском клубе это Лига Чемпионов. Сегодня у нас финал Кубка Англии, Челси-Ливерпуль. Поехали. И по пустым. Какой шикарный гол я сейчас забиваю. 9-я минута. И просто разложил сейчас я Алисона. Все шикарно. 1-0, мы выходим вперед. Шикарный сезон. И, скорее всего, сейчас мы выиграем абсолютно все в Англии. Английский требл уже точно у нас возможен. Очень классно мы сейчас все сделали. Ну и по пустым уже просто забиваем. Наш 9-й гол в Кубке Англии. Отлично получается у нас сейчас пройти оборону Ливерпуля. И мы забиваем дубль. Отлично сейчас действительно прям гол был. Очень классно у нас все получилось здесь сейчас. И очень хорошая контратака у меня сыграла. Чуть дальше, чем 11 метров было, конечно, для удара. И получилось пробить. 10-й гол в Кубке Англии.
И я забиваю финал. В финале хэт-трик, друзья, в финале Кубка Англии я забиваю хэт-трик. Также это было, вроде я и за Боруссию забил в финале Кубка Германии хэт-трик. Все замечательно. Три мяча, ворота Ливерпуля. Клопп действительно расстраивается, что не выиграл ни одного трофея в этом сезоне. Вот. Ну и вот этот, он, наверное, надеялся, что все-таки из Боруссии я бы перешел в Ливерпуль, как и он сам. Но нет, мне даже ни одного предложения от Ливерпуля не поступало. Поступил от Манчестер Юнайтеда и от Челси. И я решил все-таки выбрать Челси. В конце уже там, лишь бы перейти и не оставаться в Германии. Ну все замечательно. Ну и все, друзья. Со счетом 3-0 мы обыгрываем Ливерпуль и становимся обладателями Кубка Англии. Мой хэт-трик приносит нам этот трофей. Какой-то мой гол был 11-й вроде, да, в Кубке Англии. Просто замечательный турнир. И все, я абсолютно все выиграл в Англии, теперь у меня нету смысла возвращаться. Может быть, в составе Манчестер Юнайтед еще, может быть, я перейду. Но это тоже не скоро, я очень хочу перейти во Францию. В французский чемпионат, надеюсь, у меня это получится. Вот, ну и теперь будет, естественно, награждение. Мы выиграли с Челси, получается, это уже третий трофей. Кубок Карабао, чемпионат, Кубок Англии выиграли. У меня остался последний трофей, это Лига чемпионов против Баварии как раз. Бавария меня пригласила, но это было уже поздно, после завершения зимнего трансферного окна. Я бы хотел бы перейти, конечно, в Баварию, но нет. Я остался в Боруссии и выиграл абсолютно все. Это был мой первый случай, когда я выиграл требл. Ну и сейчас мы тоже близки к этому. Ну и Варан поднимает знаменательный наш трофей, который, кстати, Варан тоже перешел зимой к нам. И ведь не прогадал. Он, Фабиан, вроде все. Больше никого таких не помню, кто перешел еще от нас к нам в зимнее трансферное окно. Ну, все замечательно. 9,6 у меня оценка. Лучшим игроком матча являюсь я. Ну, сейчас у меня, кстати, падает почему-то рыночная стоимость. Наверное, из-за возраста, я не знаю. Но мы прокачали длинный пас и чтение в защите. И теперь у нас стоимость не 97 миллионов, а 95. Ну что же, финал Лиги Чемпионов. Давайте посмотрим, как до финала дошли и мы, и Бавария. Ну, мы-то знаем, как мы дошли. Давайте посмотрим, как Бавария. В полуфинале они обыграли со счетом 3-2 минимально Монако. Могли вообще вылететь в четвертьфинале, но по голу на чужом поле Бавария выигрывала. И также еще и в 1-8 обыграли 3-3 Манчестер Сити, также по голу на чужом поле. А у себя в группе они... Ну, неплохо так. И ЦСКА, сейчас мы глянем, 3-0 Селтик, ничью с Наполи сыграли, 6-0 разгромили ЦСКА, потом 5-0 разгромили ЦСКА, потом 2-1 Селтик и 2-1 победили Наполи. То есть они с Наполи даже потеряли очки. Я надеюсь, что сейчас у нас получится их обыграть, потому что это очень важно для меня. Матч, моя третья Лига Чемпионов, финал третьей Лиги Чемпионов и с третьей разной уже командой. Стадио Олимпико. Ясно, на стадионе. Поехали. Итак, друзья, стадио Олимпико, я так понимаю, ну это очень похож, скорее всего, это домашний стадион Наполи. Я надеюсь на это. Ну, действительно он похож, раз по названию даже такому. И тем более два игрока, в составе Челси сейчас, которые раньше играли за Наполи, снова нам показывают Фрэнка Лэмпарда. Дошел он все-таки до финала еще и Лиги Чемпионов. Да, скорее всего, это домашний стадион Наполи. Поэтому мы с Фабианом здесь как раз и начинали. Здесь был мой такой первый значимый трофей, Суперкубок Италии. Но теперь и финал Лиги Чемпионов. Челси-Бавария. Поехали. Опа, это пенальти. Ну, на первых минутах. Зачем так делать-то? Алло. Желтая карточка. Показывают Хосем Авару. Очень классно сейчас. Если получится у меня еще забить. Кепа на воротах. Надеюсь, он... И не отбивает. Отлично! Я забиваю, получается, во втором финале Лиги Чемпионов подряд. И, наконец, я смог забить Паненкой с пенальти в Лиге Чемпионов. Не получилось у меня забить за Атлетико против Барселоны. Забил с игры за Боруссию в Барселоне. Ну и вот теперь еще и получилось с пенальти. Кепа встречается против своей бывшей команды. Ну и пропускает вот такой вот удар. Это мой, получается, какой там уже 19-й гол в Лиге Чемпионов. Абсолютный рекорд турнира. Ну и замечательно. На первых минутах сразу же мы выходим вперед.
Я забиваю, друзья, дубль. 11-я минута, а я уже обыгрываю, точнее, вместе с Челси, Баварию. И это мой 20-й гол, друзья, 20-й гол в финале. Ну, точнее, в Лиге Чемпионов в этом сезоне. Вот. А, на данный момент я забивал в финале Лиги Чемпионов трижды. Один мяч в ворота Барселоны и два в ворота Баварии. Если я забью сейчас хэт-трик, я буду вообще неописуемо рад. Все-таки не каждому футболисту удавалось это, очень мало кто забивал хэт-трик в финале Лиги Чемпионов. Криштиану Роналду вроде забивал, либо, не помню честно, может он и не забивал даже хэт-трик. Вот а момент. И это момент, и это хэт-трик, друзья. 16-я минута, мы забиваем, друзья, три мяча в ворота Баварии. Хэт-трик уже на 16-й минуте. Это, наверное, самый быстрый хэт-трик в финале Лиги Чемпионов был. И отлично. И это заслуженно. Я надеюсь, что я получу еще один золотой мяч. Теперь уже получается какого? 2026 года. Просто беги. И это покер, друзья. Покер в финале Лиги Чемпионов. Когда вообще такое было? Замечательно. 31-я минута. Я забиваю 4 мяча в финале Лиги Чемпионов. Вообще у меня ни разу не было, когда я покер забивал в Лиге Чемпионов. А тут сразу же в финале. Да еще и Баварии. Очень хорошо сейчас прям отыграл. Левой ногой еще вроде как забил. Да. 22-й гол в Лиге Чемпионов. Замечательно. И я забиваю 5 мячей, друзья. 5 мячей в финале Лиги Чемпионов в ворота Баварии. 5 мячей за матч. У меня даже такого ни разу не было, чтобы я забивал пентатрик. Пентатрик в финале Лиги Чемпионов. И все, друзья. 5 мячей я забил в финале Лиги Чемпионов. Это третья моя Лига Чемпионов подряд с тремя разными командами. Ну просто посмотрите. 5-0. Что это вообще за Бавария, раз я так смог забить 5 мячей? Дело-то не во мне, а именно в Баварии. Она дала вот так вот быстро себе пропустить 3 мяча. 4 к перерыву вроде уже было. Ну как я и обещал, я перешел в Челси ради того, чтобы выиграть с ними Лигу Чемпионов. Так будет с каждой командой. Чемпионат они сами могут, наверное, выиграть. И без меня бы выиграли. А вот Лигу Чемпионов было бы намного тяжелее. Поэтому я и пришел именно за этим. Поднимает сегодня, кто у нас будет Лигу Чемпионов. Мне это интересно. Там, ты понял, Гомес. Вот меня, наконец-то, показывают. Автора 5 забитых мячей лучшего. Я поставил тоже рекорд в истории Лиги Чемпионов. Артур, кстати, будет поднимать. Я поставил тоже рекорд. 23 вроде забитых мячей в Лиге Чемпионов за один сезон. И 5 мячей в финале Лиги Чемпионов. Такого вообще еще никогда не было. Отлично. Лига Чемпионов за нами. Вот теперь уже синие, сине-белые такие полоски в цвет нашего клуба. Ну все, друзья. Челси становятся обладателями Лиги Чемпионов. Мы взяли, кстати, еще с вами второй требл подряд. Первый с Боруссией, ну и второй с Челси как раз. Замечательно, не будем смотреть уже как с болельщиками, то и так все понятно. Все решилось именно вот это вот пенальти, которое назначили на первых минутах из-за Ауара. Меня прям воодушевил то, что я забил этот пенальти. Ну и все, дальше понеслось и поехало. Все, мы становимся обладателями Лиги Чемпионов, третьей Лиги Чемпионов подряд с тремя разными клубами. Вообще замечательно. Был игрок какой-то, который за Аякс, за Барселону, еще за кого-то там выигрывал. Все-таки три Лиги Чемпионов с тремя разными командами. Но я-то три Лиги Чемпионов подряд выиграл с тремя разными командами. Это тоже результат, мне кажется. Итак, вот такая у нас группа, кстати, на чемпионате мира. Англия, США и Египет. Пулишич, кстати. И вот она моя фотография. Челси победитель Лиги Чемпионов. Сейчас я посмотрю, назван лучший игрок турнира. Это, ну да, Лиги Чемпионов. И... это Лиги Чемпионов, а здесь Лиги Европы стал Ориджин. Так. Петроса в Боруссии Дортмунд хотят его подписать. Так, ну все, пожалуй. Кто там станет сейчас? Не будет, да, премьер-лига кандидаты в месяц мая, сейчас глянем. Да, я есть, кстати, сейчас может быть еще и получу в мае игрока месяца, кто знает. Понятно, еще неизвестно. Так, а сейчас? И я признан еще и три раза я признан игроком месяца в АПЛ. Замечательно, в мае я еще признан. Вообще шикарно, мне кажется.
Все, друзья, давайте на этом мы подведем итоги. Когда у нас там матчи, кстати, ну, получается, мы все, да, матчи отыграем. Проведем, давайте, сначала экскурсию по лигам. Кто как закончил в Бундеслиге. Боруссия стала чемпионом на 3 очка. Тут еще Бавария, кстати, не доиграла. Я даже не знаю, с кем. С Хоффенхаймом. Здесь как-то странно. 34 матча должно быть. Ну да, это все-таки баг. Из-за того, что я перешел из немецкого чемпионата. Все, здесь Боруссия стала чемпионом. В Испании чемпионом стала Барселона. Атлетика третья строчка, очень далеко. В серии А Ювентус стал чемпионом. На 6 очков обогнал Интер. В Голландии чемпионом стал ПСВ. Аякс вроде как так и не становится чемпионом без нас. Так, дальше что мы смотрим. Во Франции. Во Франции чемпионом стал ПСЖ. В 4 очка лидерства над Лионом. Ну и все, теперь подводим уже итоги лиги. Так будет, мне кажется, правильно. Ну, именно в тех турнирах, в которых мы играли. Сейчас подведем быстренько итоги. Итак, английская премьер-лига. Ни одного поражения, кстати, за сезон. В Манчестер Сити одно, это именно от Челси. 110 очков у нас вылетают. Это Борнмут, Бристоль и Кристал Пэлас. Все замечательно. Кубок Англии выиграли мы. 3-0 обыграв Ливерпуль. 1-0 обыграли Манчестер в Кубке Карабао. Это еще наш трофей, да, тоже. Так, мы обыграли Баварию в финале Лиги Чемпионов, забив 5 мячей. Просто невероятно было. Ну и Лигу Европы выиграет Милан. Вот. Ну и группу вы уже видели, нашу. Теперь давайте идем в статистику игрока. И смотрим здесь. Я стал лучшим бомбардиром. 38 забитых мячей у меня. И на втором месте по голевым. 9 голевых у меня за Челси в Лиге Английской Премьер-лиги. Все. Лучший бомбардир в Кубке Англии. Но не лучший ассистент. Дальше идем. В Кубке Карабао я на втором месте. Да. Ну и в Лиге Чемпионов. На целых 12 мячей я опередил. 12 мячей, это на втором месте Феликс идет. 12 мячей лидерство у меня. То есть практически столько же, сколько забил Феликс. В два раза больше я забил. По голевым у меня здесь, ну, естественно, нету. Ну и все. А в Лиге Европы лучшим стал Шик. Ну и все. Там не сильно больше дальше интересно. Так, мы продолжаем тренироваться до конца, так сказать, сезона. И мы ждем предложения от какого-нибудь футбольного клуба. Так, это игроки отправятся в сборную только сейчас. Вот, Пулишич в США и Маккенни. Так что с двумя мы можем встретиться на чемпионате мира. Но мы должны с ними встретиться, все-таки лидеры своих сборных. Подкат. Нет, не прокачался, кстати. Ну что же, мы переходим к матчу уже сборной России. Мы впервые играем на чемпионате мира. И первый же матч против сборной Египта. Эль Либертадор, ясно, на стадионе. Поехали. Итак, разминаются игроки сборной Египта. До сих пор, кстати, Салах представляет сборную Египта. Я уже думал, он карьеру там закончил. Эль-Нени, кстати, капитан команды. Я представляю сборную России уже на втором турнире. Первый был чемпионат Европы. Мы дошли до полуфинала чемпионата Европы, где вылетели от Испании. Но здесь такой прям серьезный соперник нам в группе. Это сборная Англии. Но мы встречаемся. Это стадион Камп Ноу, очень похож. Так что будем говорить, что он примерно в Испании проводится чемпионат мира. Вот, а вроде как он в Германии, либо там, не помню, в каком государстве проводится чемпионат мира 2026 года. Ну что же, Египет, сборная России, чемпионат мира, поехали. И отлично, друзья, на 7-й минуте мы уже открываем счет, замечательно. 1-0, сборная России выходит вперед в первом же туре чемпионата мира. И все, друзья, минимальная победа сборной России над сборной Египта. 3 очка у нас уже есть. Сборная Англии сыграла в ничью с США. Потеряла очки свои. Но посмотрим, как мы отыграем против них. Я не буду, наверное, отыгрывать каждые матчи. Потому что сил у нас не будет хватать. Сергей Пипуткин, кстати, арбитр. Вот это нечестно даже. Стадион Одрома. Ясно, на стадионе. Поехали. Итак, друзья, второй тур чемпионата мира. Сборная США против сборной России. Андрей Хорев встречается против своих двоих одноклубников. Это Кристиан Пулишич и Маккенни.
Все они стали авторами требла в составе лондонского Челси. Они выиграли абсолютно все в Англии и выиграли еще Лигу Чемпионов благодаря хэт-трику Андрея. Вот не хэт-трику, даже а пентатрику. В финале Лиги Чемпионов 5 мячей забил Андрей Хорев. Ну и уже отметился он единственным голом в матче сборной России против Египта. Ну а сейчас у нас матч Россия-США, второй тур чемпионата мира. Поехали. И пропускают все-таки сборная России. Тимоти Вэа забивает первый гол. Максименко вообще не потащил, но он отбил еще и в свои ворота. Минимальное, друзья, поражение от США. Вообще ни одного момента они не дали создать. Если и мы пробивали, то там с таких убойных позиций тащил вратарь. И Максименко вообще просто дырка. Ну и теперь для выхода на чемпионат мира дальше нам надо обыгрывать сборную Англии. В третьем туре. Я не знаю, как это, конечно, мы будем делать. Давайте даже буду играть за всю команду. Постараемся хотя бы выиграть. Итак, сборная Англии против сборной России. Третий тур чемпионата мира. Я решил сыграть за команду, чтобы уже лишь бы выйти нам. Сейчас нужна только победа над сборной Англии. И тогда мы выходим в плей-офф. И мы, естественно, пропускаем. 21 минута. Вообще замечательно. И это 1-1. Мы сравниваем счет. 43 минута. Мой второй мяч на чемпионате мира. Это отлично. Есть еще время в перерыве что-нибудь подумать. Все-таки изменить какую-нибудь тактику. И во втором тайме забить еще. А это пенальти. Нарушает сейчас Дели Алли на Рудакове. И сейчас это мой, естественно, момент, чтобы я забил с пенальти. Паненко в левый верхний угол. Я надеюсь, у меня это получится. И этот засранец еще и отбивает. Очень хорошо сейчас. И Головин. Головин 2-1. На последних минутах мы вырываем победу. Забивает Головин. Мой незабитый пенальти, но зато забивает Головин. Отлично. Все супер. На последних минутах очень хорошо прям здесь распасовались на Головина. И тот замечательно пробивает. Я с собой закрыл еще и обзор вратарю. Так что все замечательно. Головин забивает. Его и меняют, причем сейчас. Все, друзья, скорее всего, мы в плей-офф чемпионата мира. И все, заканчивается матч. 2-1 победа сборной России. Ну и мы в плей-офф чемпионата мира. Лучшим игроком матча является Иван Рудаков. Вообще Регин даже уже. США выигрывает Египет 2-1. У них получается 6 очков, 7 очков, у нас 6. Все, мы проходим дальше. Слава богу, со второй строчки выбиваем Англию из чемпионата мира. Ну что ж, завершаем мы на этом сезон. Все мы выполнили. Оценка 8,2, 38 забитых мячей, 9 голевых передач, 28% удар голы к ударам. Итак. Ну и все, друзья, мы завершаем именно на этом числе сезон. 1 июля 2026 года. Выйдет следующий выпуск по карьере, это итоги 7 сезона. Ну и также мы продолжим через пару выпусков карьеру за игрока, чемпионат мира. Ну и будем где-нибудь играть, наверное, лет до 30, так еще сезончик 3 отыграем, мне кажется. Ну что ж, спасибо вам большое, друзья, за просмотр 7 сезона. С вами был Андрей, канал Футбол Этажи. До новых встреч, друзья, всем до свидания.